Досмотри это видео до конца, и ты узнаешь обновленный способ, как выкладывать ролики в ТикТок. Это не кликбейт, и это абсолютно бесплатно. Уже многие люди на моем телеграм-канале подтвердили, что метод рабочий, и я в том числе. Меня зовут Лета, и я эксперт по социальным сетям с христианскими ценностями. У меня 35 подписчиков... 35, да. У меня 35 тысяч подписчиков на Инстаграме, а также мы ведем совместный ТикТок-аккаунт с супругом, и на нем 98 тысяч подписчиков, практически 100 тысяч. Ролики набирают миллионные просмотры, и мы знаем, как работает алгоритм этой площадки, и как любому можно применить эти лайфхаки и набирать большие просмотры. И прежде чем мы с вами приступим к основной части видео, я хочу сделать вам подарок, а именно подарить одному из вас разбор вашего ТикТок-аккаунта, показать, что стоит изменить в ваших роликах, а что дополнить, и как минимум в 2-3 раза увеличить количество ваших просмотров и подписчиков. И что же вам нужно сделать? Первое, вам нужно быть подписанным на мой YouTube-канал. Также вам нужно быть подписанным на мой телеграм-канал. И третье, вам нужно будет перейти в закрепленный комментарий, там будет ссылочка на мой телеграм-канал, и вам нужно будет отправить свою ссылку на ТикТок, ваш возраст и город, откуда вы. Я выберу одного счастливчика, и плюс бонусом он получит рекламу на моем телеграм-канале. Ну а мы приступаем к самому методу. Поехали! Первое, в начале предупреждение. Этот метод работает пока только для Android. Второе, если у вас возникает любые ошибки, что-то происходит не так, я ответила на все эти вопросы, как решить эти задачи, вот в этом ролике по ссылке. Третье, если у вас Xiaomi, то с этой моделью телефона постоянно какие-то сложности, и вероятнее всего у вас не получится применить этот метод, пока. Просто примите это и ждите новые ролики, возможно, в них я расскажу решение этой проблемы. И четвертое, если ролики не набирают просмотры или их очень мало, то я хочу сказать вам, что это абсолютно нормально, потому что TikTok является заблокированным в данный момент, очень много пользователей сейчас не могут смотреть его, и даже на нашем TikTok-аккаунте, в котором миллионные просмотры и практически 100 тысяч подписчиков, есть ролики, которые набирают в данный момент по 14 тысяч просмотров, по 20 тысяч просмотров, а есть, которые набирают по 1000 или даже меньше. Не отчаивайтесь, пытайтесь улучшить контент и просто продолжайте. И что же нового нас ждет в обновленной версии TikTok для Android? Можно сохранять видео без водяного знака прямо из самого приложения TikTok. Вы просто нажимаете на ролик, долго жмете, и там появится такая кнопочка «Сохранить видео». Вы сохраняете, и все. Второе обновление – можно смотреть ролики, регулируя их скорость. То есть вы можете ускорить видео или же наоборот замедлить, если вы хотите ролик смотреть быстрее. Ну а теперь приступим к установке. Все элементарно просто. Вам надо перейти ко мне на телеграм-канал. Там вы увидите два вот таких вот файла. Вы спросите, в чем их разница, какой мне установить? Вам нужно зайти на свой телеграм, потом вам нужно зайти в настройки и пролистать пальчиком вниз самый. Там будет указана ваша версия, версия вашего телефона. И вот в соответствии с этой версией вы загружаете нужный вам файл. Вот вы скачали этот файл, вы его устанавливаете, после этого у вас появляется такое окошко, там вам надо выбрать регион. Это очень важно. Выбирайте Беларусь. Также, если вдруг у вас не всплыло это окошечко при загрузке, вы также заходите в настройки, настройки и конфиденциальность, и там будет поменять регион, там вы уже опять выбираете Беларусь. Как вы видите, я загрузила ролик, сама протестировала, он набрал у меня 185 просмотров, это не мой основной TikTok аккаунт, это просто предыдущий, который мы заводили с супругом до того, как завели наш в данный момент активный TikTok, но люди смотрят, люди ставят лайки, и это работает, и он не удалился. Если вам было полезно это видео, то обязательно поставьте к нему палец вверх, обязательно подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики, в которых, возможно, я расскажу, как загружать это на iPhone. Также отдельный лайк поставьте за то, что я постаралась сократить сегодняшнее видео по вашим многочисленным просьбам с предыдущего ролика. Если вам нужна помощь по развитию социальных сетей, вы хотите завести YouTube канал, или же вы хотите завести успешный TikTok или Instagram, запрещенный грамм, и все, что связано с социальными сетями, вы можете обратиться ко мне, и я проведу вам с любовью консультацию. По всем вопросам вы можете писать также в телеграм-канал, в комментариях я вам обязательно отвечу. Ну а если вас интересует только бесплатная информация, то, пожалуйста, у меня очень много полезной, интересной информации про социальные сети абсолютно бесплатно. Переходите и смотрите. Пока-пока!